Топ-3 факта о зайцах, о которых вы не знали. Подписывайся, а я расскажу. Прозвище «косой заяц» получил не из-за косоглазия, его у него нет, а из-за строения задних лап. Они у него симметричны, поэтому убегают преследования, заяц петляет, выписывая зигзаги. Несмотря на то, что зайцы и кролики близкородственные животные, между собой они не скрещиваются. У них сильно различаются хромосомные наборы и сценарии эмбрионального развития. Зайцы не издают каких-либо значимых звуков, зато умеют общаться со своими сородичами, отбивая передними лапами дробь.